Лера и Тина. Мы их сегодня забираем из санатория. И вот рядом с санаторием есть пляж. Водичка просто класс. Стук им нужен или нет, как ты думаешь? Нет. Тебе холодно? Нет. Поплывем на байдарках? Нет! Нам надо купить сметану. Нам надо купить батон. Мороженку. И ребенок у нас ждет мороженое на палочке. А он, кстати, тук со скидкой. Где? Наши дети обожают тук, когда едут в лагерь. Не тук просто, это ассоциация с лагерем. А мы сегодня едем забирать из лагеря, соответственно, тук им нужен или нет, как ты думаешь? Нет. Потому что уже все, лагерь закончился, да? В прошлый раз мы приехали, стучали в окошко, потому что она пела очень громко на всю деревню. Я надеюсь, вы это видели в прошлом влоге. И сейчас она все время, каждый день говорила бабушке, что приедут родители, придут мороженое на палочке и постучат в окошко. Ну вот мы исполняем маленький детский. Хотя сегодня даже не могли сюда и не ехать, но ради этого едем. Привет! Кто приехал? Что привезли тебе? Мороженое. Какое мороженое? Капелитики. Пойдешь к маме? Да. И ты рад. Скорее, привет. Привет, мой сладкий. Привет, мой сладкий. Кто там? Кто там? Баба там, да. Баба тоже ваш. Дедова. Да. Катерки. Да ты мой сладкий. Свою любимую бабу увидел. Ой, поцелуй, дай поцелуй. Ну, мой сладкий. Сейчас покоим. Поцелуй, давай. Сейчас бабушку покоим. Сейчас все, пойдем бабушку целовать, обнимать. Пойдем? Да. Чем? Что там у тебя? Там Тина и Дана. Тина и Дана? Да. Спят? Их так зовут? Да. Вот, познакомьтесь, у нас Тина и Дана. Это Серёна, каретка, меня папа купил. Ну вот она. Машинка швейная твоя? Да, Тина. Что-то она... Кстати, там нету батареи. Надо купить? Да, сейчас. Маги. Сейчас купим, а то мне как раз в магазине прям достают. Купите у нас батарейки. К девочкам поедем? Кукла! Кукла! Что ты делаешь? Это моя кукла. Я привезла из дома. Привезла из дома? Да. А будешь ее домой забирать? Да. А что она тебе без штанов-то? Где штаны ее? Зашиваем. Марта, что ты с дедушкой вечером вчера делала? Ты на огороде дедушке помогала? Да, огороде. Малинку забирать. Мы приехали на наш самый элитный пляж. В нашей области. Здесь много витком. На пляж, судя по парковке. Куда мы, Марта, приехали? На пляж. Правильно, на пляж. И судя по парковке, здесь народу столько, что... Там будем купаться. Да, в воде, наверное, места уже не осталось. Принца, к сожалению, пришлось оставить в машине, потому что не разрешают. Ну, сейчас посмотрим, может, нас спустят, а я за ним вернусь. Посмотри, куда идем, папа. Мы идем, Марта, на пляж. Там у нас Лера и Тина. Мы их сегодня забираем из санатория. И вот рядом с санаторием есть пляж. Там еще Дарина, тетя Аня, крестная твоя любимая. Крестная твоя там любимая. Это моя кошка. Вон, прокат байдарок есть. Поплывем? Поплывем на байдарках? 20 лет назад да. Этот туалет стоял и выглядел таким же старым, как и сейчас. Я куда не иду. Ты никуда не идешь? Пойдем. Окупаться пойдем? Вон он! Пойдем, вон он, вход на пляж. Прокат байдарок. Что-то еще там хотел спросить, интересно. А, собаки лают. Написано, что гражданство запрещено, собаки лают, надрываются. Не знаю, смотри. Привет! Обнимай, Саша! Обнимай! Тима, зайчик, привет! Тима, попси! А где кошка? Сейчас найдем крестную твою! О, идет еще одна красавица! Привет, папа! Привет! Как дела? Нормально! Нормально? Все больше и больше! Марта! Марта сама не хочет меня обнимать! Маму, я говорю, не надо обнимать! Мама ни разу не позвонила, совсем вообще не соскучилась. Телефон сломался. Мама сказала, что не будем тебе больше ремонтировать телефон. Не буду. Новый.
Да, медленно. Закрывай. Замёрз, холодно. Тебя еще закрыть? Марта, тебе холодно? Нет. Нет. Кто тут замерз? Замерз, подбежала, упала. Я говорю, беги, вымойся. И все, я опять занырнула. Я говорю, вылазь, холодно. Твоя личка, да? Да. Сейчас возьмем. Как водичка, водичка просто класс. Кого ты ищешь, Марта? Крёстного. Хорошо летом покупаться на речке, позагорать на солнышке, кушать мороженку. Как тебе отдых на платном пляже? Вообще супер. Отличается от бесплатного? Да, потому что здесь чистенько, уютненько, красивенько. Можно даже пойти и шашлычок пожарить на мангальчике, а можно в кафешечку зайти мороженку скушать. Правда, кафешечка хиленькая, но оно есть. Вот так лихо папа у нас уместил. Два чемодана, много всяких бабушкиных гостинцев. И что сейчас мы пойдем делать? Есть чебуреки? Отлично. Качочка! С чем вы хотите пирожки? С картошкой. Музыка, пап, ёлка. А может, какой-нибудь с печенкой? Галя, с картошкой. Майонез. Чем пирожок будешь, Марта? Майонез. А пирожок с чем? Майонез. А пирожок с чем? Тина, пирожок, а ты мороженое? Нет. С чем будешь пирожок? Ты чебурек будешь? Или пирожок? Или самсу? Чебурек. А ты с чем? Я тоже чебурек буду. А пирожок с самсой будешь? Нет. Марта вообще сказала, мне пирожок с мороженым. А, на палочке. А Саша сказала, если мама еще не купила, мне самсу. Ты уже сказала? Нет, ничего не заказывала. И с яйцом... Три. И один чебурек, который остался у вас. Будьте добры. Вот мы переделали все дела и едем домой. Всем отличного дня. Пока-пока. Пока. Пока.